Всем привет, друзья, с вами Гроваш 74, мы продолжаем прохождение игрушечки Mad Max. Вот, у нас начинается буря, короче, вы смотрите, что там творится. А я на воздушный шарик приехал. А здесь говорится то, что надо бабахнуть, короче, двери просто так, типа, не откроются. Придется бабахать, вариантов нету, канистра есть с бензином. Будем надеяться, что там тоже есть канистра с бензином. Потому что мы сейчас бабахнем, и, естественно, нам нужен будет бензин. Так, поджигаем. И бросаем. Отлично. Ты чё? Требуется взрыв? Какой нахер взрыв? Я ж канистру бросил, мать твою! Ты чё, сука? Требуется взрыв. А канистра с бензином это не взрыв. Это же и так естественно. Еще ебучая буря началась. А, нет, закончилась уже. Поехали. Зеленая точка. Заткнись, подлец. Мы едем по делам. А, нет, это та машина. Мы с ней разобрались в прошлый раз. Прошлую серию. Она до сих пор стоит, и никто за ней не приехал. Она никому, потому что не нужна. Территория у нас остается не раскрытой. То есть остается такая территория, такая, какая пока есть, так скажем. А здесь что такое? Здесь что-то спрятано, по-любому. Тут вообще ничего нету, кроме хавки. Ну нормально, зато хоть воду не тратить. Давай, похавай. Кухня пустоши. Ой, да ты людоед. Ё-моё, он еще и людей начал жрать. Вот эта серия. Чертов людоед. Ну давай, давай. Что такое? А, надо постоянно держать... Нормально. Забирай. Упс. Место поживы. Замечательно. И человеченки похавали. Фу ты, господи. Грешник. Грешник. Мать его. Макс, ты такой грешник, паскуда. А я за тебя играю. Сколько пыли. Ужас. Так, тихо, тихо, тихо. Погнали. Рот закрой. Вот наш корабль. Крепость Брюхореза. Меню паузу. Новая биография. Да нахер она нам нужна, твоя биография? В округе вроде как этих-то не вижу больно. Так, я так понимаю, нам тут драться придется или что, нет? Или нас просто так пустят? Брюхорез-то. Зачетно, сохранение прошло. Все, что дорого каждому жителю пустоши, лежит на самом виду. Странно. Упс. Так там нету ничего, Макс. Спрячь его, не позорься. Господи, эту трубку бестолковую. Вот он, крошка граф де Карбюратор. Кто-то не помнит его? Хныканье. И сморщенное личико. У меня такая же борода скоро будет. За такое тебя на части разорвут. Мы хотим заключить сделку. Выкладывай, карлик, пока я не прикончил твоего водителя. Это не обычный водитель. Он нет. Его мне послал сам ангел. Ангел? Мы говорим с богами воды? Мы хотим добраться до мертвого пустыря, мать твою. Мой алтарь уничтожен. У меня ничего не осталось, а эту машину нужно лечить. Да, и усилить ее.
Да и если позволишь нам остаться и заняться ремонтом, то я предложу свою помощь как механик. Идет? Идет. По крыше воробей, мать твою. Вариантов нет. Давай рискнем. Спасибо, благодарю, благодарю. Ну, карлик опять нас прописал где-то. Чужое добро не трогай, а свое, урода, механика, держи на поводке. Этот придурок на моем корабле не нужен. Нас приняли. Требуется электродная какая-то херня. Пока работает без нее. Я найду тебе. Мы найдем ему электродную какую-то херобору. Непонятную. Союзные лагеря добыли лома 40 штучек. А, у меня же каждый день. То есть они мне присылают. Где собака наша? Эй, пес. А где, нас, где наша собачка, действительно? У тебя мигрень, бородач? Да, у него, походу, проблемы небольшие. А может быть и большие. Опс. Металл. Металл дело хорошее. Я думаю, что это не сочтут за воровство. Малая груда лома. Сложите небольшую груду лома, чтобы... поспособствовать разбитию крепости. Раздобудьте лом 500 штук. Нихера себе. Да вы что, охренели вообще, что ли? 500 лома. Требуются детали. Удерживайте, отслеживайте на карте. Водохранилище. Постройте большой резервуар для воды из с помощью которого Макс может бесплатно наполнять фляжку. Давай. Так, во, наконец-то мы поедем по заданию хоть какому-нибудь. Часть проекта отслеживается. Так, это и все, да? Да, раз, два. Две детали же надо, две. Все. Поехали. Карлсон, мы выезжаем, садись. Черт тебя подери, электродную проволоку. Нахрен она мне нужна-то? Что ж ты за плесень-то такая, блин? Хочу какое-нибудь задание выполнить. Он говорит, проволоку иди ищи. Сукин сын. Придется воровать тогда. Детали для машины. Где проволока-то? А, вот она. Отлично. Проволочку нашли. Давай, давай, давай. Рексом, 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 Максик. А, он не ускоряется здесь. Установить последнее улучшение для... Так, стоп. Последнее улучшение для мастера в гараже. Он опять что-то там нахимичил, короче. На! Упырь! В гараже доступно улучшение брони. Наконец-то! Наконец-то броня доступна. Гараж. Броня. Посмотреть. Трубы боковые стали. Ну, давайте. Установить за соточку. Установили. Замечательно. Так, я что-то еще хотел поставить. По-моему, передатчик какой-то хотел поставить. Да, я хотел поставить бампер, сука. Так, здесь у нас что? А здесь у нас нормально. Снайперская винтовка. Перезарядка, но у нас вечно нет патронов на нее. То есть я вообще не представляю, где тут в этой игре брать патроны. 300. Нам нужен гарпун. Это по любасику. И... Нет, так, кузов. Нет, кузов у нас нормальный стоит. Краска. О, покрасить можно, нихера себе. Сейчас пока красить ничего нельзя. Черепа какие-то.
А, это наклейки, нихера. Вот сотка, ёпта, да вы чё издеваетесь? Нафиг надо. А, миссия пройдена. Классика пустоши. Жестянщик назвал ее мастер. Эта модель будет еще на один шаг ближе к тому, чтобы мне, что мне нужно. Гастаун по-прежнему остается нашей целью, но мы еще не готовы отправляться туда. Доступны Архангелу. Шедевр. Двигатель в Гастаун. Да ты задрал, садись, поехали. Умник. Нам надо раздобыть, чтобы у меня постоянно вода была. Нахер что-то объезжать еще. Если напрямик можно проехать. Теперь у нас дуги есть боковые, вообще такие зачетные. Едем, короче, забираем нашу приблуду. Опа-па-па-пап. Вон она наверху лежит. Да здесь еще и, наверное, место поживо есть. Регион Паленая Луна. А, да, тут, походу, поживо. Эй, упыри. Тут нет никого. Новый враг, дикий взрывник. Забирай! Да забери ты! Так, где ящик, мать его за ногу, этот ящик? Механический пес, новый враг, сука. Всяких врагов навыдумывали. Ага. Замечательно. Теперь врагов больше, чем друзей получается. Действительно, врагов тут очень много. Да, тут ничего нету, спускаемся вниз. Ёпта ж. Оп. Кто шевелится? Опа! Тихо! Вау-вау-вау-вау! Вау! Тихо! Дядь. Ярость началась. Подбегай. Да пропиши ты ему нормально. Во! Нихера он сальтушку крутит в воздухе. Вот они и дикие псы, и прочие всякие эти утырки, в общем. Давай похаваем немножко. Перекусить надо. Это необходимость. Есть надо всегда. Ты хочешь есть? Сходи поешь. Принеси, включи, поставь пока на паузу ролик. Сходи, возьми кушать. Принеси и сиди кушай. Так, ну тут вроде с этой стороны все. Тут больше ничего нету. Тут валяется палка. Давай ножик возьмем. Нож, заточка. Заточка. Заточка, она как таковой тоже веса мало имеет. То есть, ну, толком, если сказать, то вообще ничего не... Понту от нее никакого. Самогонный аппарат тут стоит. Отлично. Водохранилище. Ну, нормально. Первая деталь из двух. Замечательно. Так, воду не набрать. Тем более воды у меня херова гора. А мы тем временем поднимаемся. Все мы здесь собрали, то, что нужно. И едем мы на вторую точечку, отмеченную специально мною, чтобы нам собрать водонапорную башню. Да отпустись ты. Тут спускаться-то, господи. Так. Залазим. Я все не с той стороны захожу, блин, постоянно. Так, и вторая, вот она. Охренеть, сколько ехать. Ну, мы поедем напрямую, я не поеду вокруг. Нахер я еще вокруг буду ездить, чем делать нехер что. Держись, мать твою! Так у нас машина немножко сломалась, но ничего страшного.
Нам еще пятихатку надо собрать, по идее, металлолома. Я, знаете, я, наверное, все-таки за кадром-то буду играть. Ох ты, сука! Да я вижу! Стреляй! Стреляй! Отлично! Уровень угрозы территории. И нахрена? По-моему, кто-то едет, надо сматываться. О, тачка горит на дороге. Забираем, возвращаемся, берем задание там. Все делаем очень быстро. Обнаружен маршрут конвоя. Засрал я с высокой колокольни на этот маршрут конвоя. Да, кстати. Подъезжаем. Зацепляй его нахер. Отлично, красавчик. Все. Понижаем как раз по пути сразу же. Это не может не радовать. То есть мы делаем то, что в принципе... Это что такое еще здесь? Так, вот эту херню тоже сломаем сразу. Прыгать я туда не буду. Ни хрена так не прокатит, говорит. Прыгать мы не будем вниз. Трисотки еще нету. Но я думаю, что сейчас там возьмем. Садись, ёптать, потом ремонтировать будешь. Тут потому, что очень много, я говорю, езды. Именно поэтому, то есть серии, если вам это все нравится, вы оставляйте, ребятки, комментарии, пишите. Если вам нравится смотреть, как я вот это вот езжу, то есть все это добываю, раздобываю, прокачиваюсь. То есть, если нравится, буду дальше проходить. Не нравится, буду за кадром это все делать. То есть, как-то так вот. Оп. Ой, ой, ой. Да мы приехали, походу, куда-то. А что случилось, я не понял? Кто стреляет? Кто стреляет, мать твою? О-хо-хо! Ёптыш! Вот так вот. Ах ты, сука! Сейчас кипиш поднимут. Кипиш поднимет этот на вышке, стреляй! Сука! Перезаряжай скорей! Снайпер, сука, там сидит! Он не достает до него. Блин. Есть. Есть. Какая тревога? Я ж всех замочил. В каких тревогах идет речь? Выпиваем, Макс. Давай, давай, подшамань точилу пока. Так, 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 так. Отлично. Все, замечательно. Но мы практически всю бутылку выпили. Вот это плохо. И это, походу, лагерь. Его придется сейчас захватывать нам. Как раз до конца серии, наверное, будем захватывать этот лагерь. Все, готово. Молодца. Вообще молодчик. Стопы. А тут некуда стрелять-то. Че такое, эй? Вытаскивай пока машину отсюда. Это, конечно же, здорово. А как сюда зайти-то? Непрочные ворота. Гарпун, мать твою! Стреляем! Блин, ну машина-то у нас совсем не в выгодном положении. Что такое?
Хуян вас! Как я тебе должен выдрать-то теперь? Машины-то нету никакой. Подстава, реально подстава, ребята. Может быть, надо немножко отойти, а потом подойти. Я прям вообще не знаю. Вот подстава, блин. Это действительно, сука же, подстава. А этот сейчас... Горбунчик мой. Он ни хрена ничего не сделает. Нам теперь нужна машина, которой, в принципе, нету. Машину нам надо какую-нибудь, чтобы... Нам свою машину... Сдернуть с места, так скажем. Да вижу я там, они на карте ездят. Они бы лучше сюда приехали, мать твою. Вот куда ты меня завез? Все спираем на него, естественно. Я думаю, что нам не удастся подойти. Никуда. А что ты натянул здесь веревку? Нам не удастся подойти, и что делать далее, я вообще не представляю. У нас нет канистры. Нет канистры. А там куда можно выстрелить? Там есть куда стрелять? Там нет. Куда стрелять? Если честно, я не представляю, что делать. Может быть, давайте вот так развернемся и выстрелим. Ну да, нам надо подальше отбежать, короче. Это, сука, а ну подстава, блин! Просто сука. Да и только. Пробежимся немножко. Вот сюда встанем и сейчас выстрелим с пестика. Чтобы он подъехал. Есть! Да! Молодец! Дец. Ты чё кривожопый, семирукий этот? Баклан, блин. Вот ты поездок, я вообще не могу над тобой. Стреляй! Отлично. Понял. Что такое? Стрельни, мать твою! Дай-ка я сяду. Патроны есть. Тут больше ничего нету. Что там было? Дело плохо. Надо пробовать прорываться. Да иди нахер оттуда! Баклан! Выходим! Выходим, 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 отряхивайся, отряхивайся. Машина, наверное, рванет сейчас. Это мы здорово придумали. Да, вот очень-очень жарко. Куда ты бинокль-то взял? Бей! Есть там что-нибудь? Чуть-чуть было, да? Вы смотрите в... В каких условиях приходится ему работать? Он просто молодец. Ограничение. Гарпун. Ну вот такие вот дела. Я прям не знаю, что делать-то. Попробуем еще раз выстрелить. Может, повезет. А вдруг? Да? По-моему, что-то взорвалось.
Он как... Он как металлург. Да я знаю, что машина там стоит, но мне она не нужна. Мне нужна другая машина. Хэдэш. Да. Я не тебя зака... Моя машина приехала, но она вся сгорела, короче. Давай делай, ёпты. Опа. Черт подери. Дела-то плохи. Очень плохи. О, чувак доделывает. Опа, бегут. Все, нормально. Должен справиться. Просто обязан. Вот игровые глюки, баги. Но проблема-то в том, что у меня сейчас очень большие проблемы. Ты восстановил ее? Клево, вообще клево. Тачка взорвалась, он ее сделал. Не, ну он тут как металлург, конечно, старался. Я очень рад за него. Он просто красавчик. Выстреливай. Стреляй! Эй! Стреляй, мать твою! Ай! А куда стрелять-то? Я вот вообще не могу понять, куда можно стрелять. Здесь некуда стрелять, вот в чем дело-то. Интересно. Ну-ка, давай-ка я тебя сюда поставлю. Тормози машину! А этих машину сейчас возьму и подгоню ее к воротам. Но я, наверное, не успею. Задира какая-то. Какая-то задира, я надеюсь, он мимо проехал. Да. Забираем. В этой серии мы, походу, опять не возьмем крепость. Видите, как это долго все. То есть... Так. Во! Есть! Есть, ребятки, есть! Но здоровье-то у меня больше не стало от этого. Лагерь с нефтяными насосами. Уничтожьте нефтяные насосы. Да? А вода тут есть? Здесь есть бензина целая куча. Что, поближе, что ли, не можешь подогнать, мать твою? Лови! Поближе надо подогнать просто. Но у нас нет еды, вот в чем проблема-то. Это огромная проблема. У нас нет еды, у нас нет воды, вообще ничего нет. Но у нас есть бензин, есть машина, есть металлургический наш карлик. То есть и в этом-то вся проблема. Я просто не понимаю, как можно с этим совсем справиться. Здесь есть машина. Вы смотрите, машина. Жратва! Есть! Хавка, это круто. Это просто круто. Давай, наедайся, мать твою. Почему половина здоровья только? Ну, хоть картинка цветной стала, и то ладно. Ой! Чё такое? Опять глюк нашел. Ёб твою мать. Ничего нет? Нету ничего. Дальше пошли. Я не думаю, что здесь никого нету. Вон они стоят, конечно, чё. Лишь бы не было бакланов, так скажем. Иди сюда!
Оп-оп-оп-оп-оп. Бежим. Опа, ёпта мать, стреляют. Стреляют, карлик, садись за руль. Уезжаем отсюда. Они ближе не идут. Интересно. Сука, идут. Я сшибать на машине их буду сейчас. Отлично. Остальные. Отлично. Как я, а? Хитро. Отлично. Оу, 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 карлик. Мать твою, вылазь оттуда. Черт подери. Все, я всех мочканул. Я красавчик, я вообще. Оп, ну это один, че. Иди сюда. Даже не напрягаясь, так, для разминки. Весло, что ли, какое-то? Топор. Нихера себе. Бензин. Нет, это, конечно, все замечательно. А где водичка? Меня интересует вода. Они начали, кстати, чем-то стрелять. И вот это меня больше всего беспокоит. Потому что у меня-то патронов нету. Как раз-таки. О, патроны. Один. Ну, естественно, один. А сколько же? Выбрось эту дрянь. Заряди лучше. Один патрон. Здорово. Просто супер. База очень большая, ребята. Давайте мы оставим нашу базу на следующий раз. Ну, потому что она реально очень огромная. Потому что, судя по тому, что здесь показывается. Вот здесь. А вот здесь показывается очень много всего. Я думаю, что она очень большая. С вами был Карабаш74. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК. Не забывайте, ребятки, ставить лайки. Всем удачи и всем пока. Пишите комментарии по поводу того, что если вы не хотите смотреть, я не буду дальше проходить. Я буду за кадром это все проходить. И вам показывать только финальные какие-то сливки. Вот и все. Всем удачи, всем пока, ребят.